Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации, которая вынудила жительницу региона привезти гроб с телом покойного мужа к областной администрации. Об этом он написал в своем твиттере. Азаров пообещал жестко разобраться в произошедшем. Скандал у здания Самарской администрации разгорелся накануне. Гроб с телом гражданского мужа женщина привезла туда и рассказала, что пошла на это из-за вымогательства местного похоронного бюро. Якобы у нее имелось официальное разрешение на захоронение тела по муниципальной льготе, но на кладбище ей предложили провести ритуал уже в несколько раз дороже, а таких денег у женщины просто не было.